столичном микрорайоне «Новый город» появились контейнерные площадки нового типа, заглубленные в землю. Об их преимуществах и особенностях использования Ольга Пырочкина. Микрорайон «Новый город» давно стал площадкой для своего рода коммунального эксперимента. Здесь установили контейнеры для раздельного сбора мусора, закрытые контейнерные площадки. И вот теперь такие заглубленные мусорные контейнеры. Основная часть бака под землей. Крышке прикреплен мешок из специального особо прочного материала. Контейнеров на площадке два разного цвета. Это сделано для сортировки отходов. В одном сухой мусор, бумага, пластик, стекло. Все, что может быть использовано как вторсырье. В другом пищевка и другой мусор. Преимуществ данных контейнеров несколько. Помимо того, что они защищены от осадков, от проникновения птиц и животных, мы решим вопрос со случайным мусором, который разносится ветром. Также мы избавимся от такой проблемы, как переполненность контейнеров после выходных дней. Данный контейнер устроен таким образом, что мусор под собственным весом начинает трамбоваться, что позволяет сэкономить примерно 20% площади, занимаемой контейнером. Помимо того, контейнер вмещает в себя 5 евроконтейнеров. Новых площадок в новом городе пока 3. Все они около новостроек, которые по большей части еще не заселены. Так что мало кто из жителей успел оценить удобство. Однако все, кого мы встретили, довольны. Птицы нападают же на эти, все они разбрасывают везде. Ага. Вот и все. А тут лучше. Такие нужны они. Это все хорошо, но есть один большой нюанс. Региональный оператор отмечает, что с вывозом отходов из таких баков могут возникнуть проблемы. Изучив опыт работы по эксплуатации таких контейнеров в других регионах России, я могу назвать несколько причин, по которым мы с осторожностью относимся к такой технологии. Ну, например, на подобной площадке невозможно разместить крупногабаритные отходы. Или подобная технология требует приобретения минимум одной единицы специальной техники с манипулятором, стоимость которого дороже на 1-2 миллиона рублей, как в цене обычного мусора. Сложность сбора отходов в холодное время года. Зимой из-за мокрых отходов происходит примерзание выдвижных частей контейнеров. Манипулятор часто ломается. В единичном экземпляре техника для вывоза у рекоператора есть. Однако становится понятно, такие контейнеры пока эксперимент. О повсеместном использовании речи не идет. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.